Но вот у нас сейчас список ресторанов из 100 представлен, и мы смотрим тенденцию, что Европа, она начинает завоевывать свои позиции, точнее, отвоевывать обратно. Как вы думаете, с чем это связано? Однако вопрос. Это связано с тем, что Петербург – традиционный европейский город. И, ну, в общем, живущие в Петербурге стремятся к некому европейскому, тем не менее, духу, несмотря на то, что мы заколачиваем, похоже, окно в Европу. Тем не менее, продукты просачиваются. Еда – это, наверное, самое такое... Подвижная субстанция, как ртуть. Но в то же время Азия, она же открыта, она никуда не закрылась, но она уходит. Ну, присытились. Просто город подприсытился. Все-таки она торжественно шествовала по городу на протяжении десятилетий. Ну, все приходит, мода проходит. То есть, если раньше было, что русский человек брал и открывал, то сейчас очень много в городе итальянцев, несмотря ни на что. Как вы приезжаете, как вы привозите поваров? Вот как в Италии относятся к тому, что вы работаете здесь? Почему они приезжают сюда? Наверное, погода нравится. Да. Да. Почему открывают много итальянских, я не могу это говорить. Наверное, кухня нравится. Или продукты, в принципе, можно найти. Продукты, которые были на санкции 2014 году, есть еще сейчас есть на санкции. Поэтому это кухня, которая креативная и можно кушать каждый день. Я вообще, знаете, что хотел сказать, Наталья? Я да. Вот вычеркнул 39, все остальное у меня рука не поднимается. Это те рестораны, я оставил, которые я знаю лично, в которые я хожу, которые мне нравятся. Я 55 не смогла найти, я все-таки не во всех была, честно признаюсь, да. Если во всех ходить, времени не будет. Я, конечно же, хожу к своим коллегам, бесспорно, но времени у меня нет. В последнее время сто лет хочу, вот, как говорится, не могу. Русской кухни, какая там у них тенденция? Открывается больше кафе или больше люксовые рестораны? И, Леонид, можно микрофон? Русских ресторанов... Есть те, кто уже много лет держится. Шаляпин есть, вот, да, уже там где-то. Шаляпин русский, из русской рюмочной, все хорошо. Русская рыбалка. Вот все, что с русским, оно все в названии, все русское. Но вы знаете, просто, наверное, какие-то вариации на тему русского появились. Но тут, скорее всего, авторское и такой взгляд современного повара на то, что еле его родить. Что там открылся 64. Угу. Кто-нибудь хотя был? Вру, кто-нибудь я там знает? Был. Был? Поэтому, честно говоря, я просто не помню. Но, наверное, какой-то авторский взгляд все-таки у Олеси и школа у нее. Спасибо большое. Андрей Петелин, скажите, пожалуйста, в данном случае вы представляете ресторан «Ля Вю». Что там? Это европейская, русская, какая это кухня? Потому что мы ресторан у нас видовый, да, вид из окна. Акцент на какие продукты вы делаете и что происходит? В основе европейские блюда есть и русские блюда. Опять же, поддержу Игоря, то есть мы стараемся делать концепцию успешной, смотреть, что востребовано и на что ориентированы наши гости. То есть какого-то вот такого монопредпочтения нет и не планируется. А в русской рыбалке как? Скажите, Михаил, пожалуйста. Кухня. Русская кухня работает. Это, ну, как ни удивительно, есть такая ниша. Мы работаем в ней. В авторской кухне сейчас все сложно. У нас сейчас будет запуск зимнего сезона, но мы его немножко тормозим, потому что осень как-то для всех гостей очень сильно понравилось то, что мы сделали, и нам придется, наверное, там на неделю 2-3 ее задержать. То есть у нас зимой будет еще осень работать. Ну вот, чтобы стать лучшим сомелье, сколько надо проработать в ресторане All Seasons? Это не только наша заслуга, это большая заслуга его. Вот, 3 года он у нас пробыл. 3 года у вас. Вы знаете, что он до этого был у Андрея Петелина в ресторане «Ля Вю»? То есть получается, что... Да, наши встречи, они всегда еще помогают поговорить немножко. Да, видеть в лицо тех, кто выращивает такой качественный персонал. Андрей, что в невесомости? Андрей Ткачев, директор ресторана «Веденский». Там находится и ресторан «Невесомость». И мне тоже всегда казалось, что там акцент есть на русскую кухню. Какая кухня в невесомости? Ну, точно не русская, мультибрендовая, авторская.
кухня уже достаточно много лет Игнатом Гавриловым реализуемая. Меня немножечко, честно говоря, настораживает и смущает фраза относительно творческого поиска, потому что я согласен с господами, зачем ломать то, что хорошо работает. Чинить, пардон, то, что хорошо работает. Поэтому, когда творческий поиск начинается в ресторане, значит, что-то пошло не так. Я желаю всем здесь, чтобы все шло так, и творческих поисков было меньше, потому что, мне кажется, это не всегда хорошо. Поняла. Игорь Пращенко. Автор. Или какая у вас кухня? Что Зенят делает? Расскажите, пожалуйста. Ну, нашу кухню нельзя называть русской. Она мало русская. То, что мы раньше пытались работать на локальных продуктах, вот само слово за себя говорит, мы пытались. К сожалению, на сегодняшний момент это серьезнейшие трудности. Почему? Потому что у нас наши фермеры так и не научились производить стабильного качества продукты. Да? Они очень сильно меняются. Ну, что говорить, у нас тут мука меняется. Понимаете, вот мне уже замечание сделали. Раньше булочки были такие, а теперь вот такие. Ну, потому что мука такая. И с каждым приходом муки у нас приходится перерабатывать заново продукт. Поэтому назвать наш ресторан русской кухней у меня не поднимется ничего. А касательно того, что мы себя представляем, это все-таки удобная, наверное, комфортная кухня. И закроем тему с русской кухней, вообще кухней как таковой. Я бы хотела послушать Егора Никонова и вам представить. Он впервые у нас на заседании. Это Вавельберг-отель в Устье, прямо в самом начале Невского проспекта находится. Расскажите, пожалуйста, что у вас с винной картой? Какая у вас кухня? Вот какой, на какой кухне именно вы специализируетесь? Коллеги, всем добрый день. У нас достаточно обширная винная карта, так как отель открывался в 2021 году. И было предложено инвесторам закупаться сразу же. Поэтому у нас сейчас до сих пор на складах есть уникальные позиции, которые выросли в 3-4 раза. И это все у нас еще до сих пор лежит. Это такая как бы алкогольная инвестиция. Именно в самом ресторане Minerals мы пытаемся придерживаться все-таки русской кухни. Ну вот, но мы ушли чуть дальше. Мы ушли в регионы, сделали региональный сет, делали региональный проект по региональным завтракам. Мы пытаемся найти аутентичные рецепты, воплотить их в жизнь в современном прочтении. Ну и постоянная работа над этим ведется. Благо команда хорошая, большая. Я знаю, что у Императорского фарфорового завода есть специальный набор русский, там с грановитой, правильно, грановитая палата, по-моему. Вот расскажите, пожалуйста, для ресторанов. Конечно, изначально наша продукция была нацелена на ручную роспись, на использование золота, серебра, но мы следуем новым тенденциям и, соответственно, тоже пытаемся выпускать эту продукцию, осваиваем новые рынки. Этот сегмент у нас растет, поэтому, пользуясь случаем, всех приглашают тоже к нам на завод, к сотрудничеству, и будем рады вот какие-то индивидуальные проекты интересные реализовывать совместно. Я думаю, что перспективы у этого есть очень большие. Здравствуйте, коллеги. Извините меня, во-первых, за задержку. Давно я не появлялась уже в обществе. В барных тенденциях, в общем, все очень предсказуемо, мне кажется. И многие бары ушли в тематику гастробаров. Они некоторое время назад развивались, но сейчас эта тенденция прям активная. Бары пытаются конкурировать с ресторанной нишей. Кухня действительно у многих очень хороша, кухня развивается, и во многих барах, которые по-прежнему называются барами и в номинациях недооценены в плане кухни и фигурируют узко только в барах, кухня на самом деле уже очень серьезная, очень глубокая. Многие наши шефы из барной сферы конкурируют и участвуют в конкурсах вместе с шеф-поварами из известных ресторанов и очень часто занимают и призовые места и выигрывают эти конкурсы, поэтому я бы обратила внимание на бары как номинацию и ресторанную тоже, а не только как хороший бар. Какие-то другие местечки, которые открываются на год, на полтора, после этого закрываются, и таких проектов стало все больше. Вот для Вячеслава Лапочкина у нас, кстати, я хочу вам представить, он недвижимостью занимается, но только сейчас выходит на рынок ресторанный и отельный. Да, я хотел представиться, я уже 17 лет занимаюсь активной недвижимостью, последние несколько лет коммерческой недвижимостью, в том числе и занимаюсь продажей ресторанов, отелей и в том числе ресторанного бизнеса.
карты лихорадят, то, что ты пил на прошлой неделе в этом же самом ресторане, ты, скорее всего, через 2 недели там не застанешь, но тебе предложат что-нибудь интересное. Сумели стальные нервы, те, кто не разбежались, те, кто остались, в общем-то. А другое дело, что очень многие уходят, как ни странно, в Ленобласть. Вот в Смоленске у меня паренек 5 лет назад, закончивший школу, сидел в очень маленькой точке. Сейчас у них 100 посадочных мест, они расширяются, они в лесу. Поэтому они сейчас открывают свою винотеку через этот смоленский ресторан, там в коттедже москвичи едут, у них хотят покупать. И там, где они раньше продавали только отечественное, самое демократичное, какой-нибудь пиногриджи итальянский, они продают в том числе и шабли, и хорошие кьянки. Поэтому вот Смоленск в этом плане как-то более стабилен и уверен в себе. Ну, мы с вами уже целый час, молодцы, заседание у нас всегда проходит 1-1.5 часа. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, конечно, рынок освободился. Проще продвигать свой продукт. Помимо этого, это на рынке появились другие производители, которые тоже действительно отвечают хорошим стандартам. Вот. Но конкуренция – это двигатель процесса, поэтому мы этому рады. Помимо этого, сейчас мы активно развиваем сегмент брендированной воды. Он очень сильно полюбился. Мы сотрудничаем с очень известными барами, итальянскими ресторанами, грузинскими ресторанами. Кто у нас, да, говорил, что штрафы физические лица от 30 до 100 тысяч с 1 сентября 2023 года. Вот только сейчас это началось. Наказывается и рекламодатель. То есть наказывается не тот, кто предоставляет площадку для размещения, но и тот, кто дает рекламу. Если не требуется по закону о рекламе, это, ну, простейшее одно упоминание, например, компании, без ссылок, без каких-то призывов к чему-то, то тогда это может идти как информационный контент. По поводу штрафов, да, это сейчас стало очень серьезно. К сожалению, еще все не отлажено, да, вы понимаете, и не очень понятно, за что и как. Но, насколько я знаю, по информации нашего холдинга, у нас 64 редакции, были уже прецеденты очень неприятные, штрафуют действительно обе стороны. Но только сейчас вопрос только словацы, да, который не наш, который есть в небольшом объеме. Здесь вопрос еще открытый, но так как мы мало используем внешних источников рекламы на самом деле, и кроме наших сайтов информационных о нас и интернет-магазинах, у нас информации нигде нет, мы с этим почти не сталкиваемся, потому что, ну, все-таки наш сегмент хорика, да, кафе, рестораны, и пока все-таки работаем по старинке, да, приходим, знакомимся, предлагаем. У нас на внешних каналах почти нет. Это не моя задача как журналиста. Да, как журналист. Я совершенно не думаю об этом. То есть я пишу название спокойно, все остальное. Потом редактор читает, и, видимо, там как, ну, в принципе, я даже не замечала, что как-то правится. Вот. Есть ли у Марины Наумовой любимчики среди ресторанов? Конечно, бесспорно, они есть. Их не может не быть, потому что, расскажу, конечно, ну, братья Гребенщукова, куда без них, да? Дмитрий Богачев, Эльдар Мурадов. Как ресторатор Екатерина Бакучава, да, со своим рестораном «Место», да, этим же самим «Сутки», да. Ну, их много, я могу бесчисленно. Зинят Агмашев, которого я обожаю. Да, ну, то есть много моих коллег, которых я люблю, которых я стараюсь посещать в свободное время. Я не могу похвастаться, что еженедельно хожу, потому что я много летаю, и в других городах мне приходится это делать. Свободное время не так много, чтобы ходить. Я бы с удовольствием ходила каждый день бы. Но у меня есть еще свои рестораны, которыми мне тоже нужно заниматься. Да? Вот. Ну, как-то так. Конечно, есть и очень много. И очень много новых тоже, да, те, которые достойны внимания. Скажите, пожалуйста, у нас действительно очень мало осталось сейчас ресторанов вот этой высокой японской кухни. Какие в Петербурге были отметили? Так он, по-моему, единственный остался в отеле «Лотто» Мегуми. Да, неплохо в более доступной сети в Кидо. Ну и, наверное, тех, кто ближе к Мегуми, это Selfage, но дорого. Здесь самое главное еще, чтобы эта цена соответствовала тому
качеству и свежести продукта, который предлагают. Вот здесь есть вопрос. Я буду